раз я в тягость. Какая ты черствая. Я думал, ты другая. Я не знаю, что мне делать, как жить. Но все-таки остановись. Мне кажется, остановись. И вот живи, как ты живешь. И оно там само собой разрулится. А тебе вот нужно отвлечься. Куда-то отлететь. Отлететь? Вот я и отлетел в командировку. Ну, я не знаю. Я просто не знаю, что тебе сказать про этих женщин. Ну что, я ведь ничего не понимаю, я не советчица. Я вот что думаю, раз ты мне прислался судьбой, пожалуйста, повесь мне картину. Я ее не могу повесить, я такая все так все слабая, все мышцы об... Короче, подними ее, повесь, пожалуйста, мне картину. Давай. Только сегодня подарили ее, я уже придумала название. Тебе нравится? А если она будет висеть в этом углу, как тебе это, одобришь? Мне кажется, ты одобряешь. Нравится? Я уже придумала ей название. Она называется «Привидение в кресле». Нравится? Да, очень. Вот.